Всем привет! Я познакомлю вас с погодой на ближайшие выходные. В субботу 8 февраля ожидается резкое похолодание. Столбик термометра днем опустится до минус 11, ночью минус 15. В воскресенье в городе будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем минус 5, ночью минус 8. Будьте аккуратнее на поворотах. Ты еще не нашел работу своей мечты? Тогда заходи на наш сайт в специальный раздел. Каждый день новые вакансии от лучших работодателей Воронежа. Еще проще следить за обновлениями в нашем инстаграме. Подписывайся!